Сегодня день разнонаправленных новостей. Есть и хорошие. Ну, скажем, я забыл. Здесь это самое, мама. Иди сюда. Смотри. Видишь? Да. Видел? Видишь. Эта девочка начала отрывать. Сейчас будет. Значит, папа плохо приварил. Надо что-нибудь положить. Девочка теперь залетает наверх. Летят. Снимай. Можно будет снимай. Вот они на базу вернулись все. Все 8 аистов? Все 8 на базе. Пятеро в вольере, трое вот в свободном полете. Сейчас на завтрак прилетели. Это вот, скажем, хорошая новость. Из плохих новостей. И, кстати, они садятся на присаду. Не садятся. Садятся. Вчера я просто не сняла, не до этого было. А из плохих новостей то, что наша старушка Фиона сегодня ушла на радугу. Ей было очень-очень много лет. Она у нас сколько? 3 года? Побольше. Или 4? Они предпочитают повыше сидеть, конечно. Ну да. Но я им накидала там еды на полянке. 4 года она у нас жила. Вместе с Рыжиком. Рыжка сегодня осиротел. Мама ушла. Ну, она остаток жизни прожила не на помойке, не под колесами машин, не черти где, она у нас. Потому что отрадно, я сегодня просто волновалась, что утром аисов не было, у нас здесь стреляли. Дачники развлекаются. Я боялась, что как бы стреляют по движущимся мишеням. Ну, сейчас они вернулись на базу все втроем. Трое летных. Я им положила еду. Есть в вольере достаточно еды, есть на открытой поляне. Так что сейчас они покушают. Мы отойдем чуть-чуть с собаками подальше и все. Это у нас летчик. Она нам показала, как она залезает на решетки. Мы все время думали, залезает как обезьяна. Но она показала, что нет. Она взлетает с угла. Одним прыжком без разбега 2 метра вверх. Здесь можно площадку вот тут положить в этом месте. Да, если только. На которую ставить миску. Редиска. Кто у меня редиска? Кто редиска? Нет, нельзя. Нельзя девочку такую. Нельзя девочку такую ругать. Мама, не ругай девочку. Не ругай, мама, девочку. Маша там сегодня цирк устраивает. Я сняла, у меня не хватило памяти. Там у нас сегодня был балет, гимнастика, волейбол, футбол, баскетбол, вольные упражнения. В общем, короче, чего только не было. В хорошем настроении бегает, носится. Замечательно все. Что у нас еще из хороших новостей? Что-то было хорошее. Ну, сетку звероводческую заказали. Сетку, да, заказали. Вчера возникла идея. Ну, как бы она у нас давно была, когда думали выгораживать территорию. Сетку звероводческую, это специально в звероводческих хозяйствах есть. Потом, где вот Юха ходит, там такая же сетка ограждения. Поскольку забор там ставить, это очень дорого, там под 1 000 000, а может и больше выйдет. А сетку купить и натянуть там по-быстрому будет лучше. И соха будет спокойно пастись, и мы будем спокойны, что она не пойдет в гости к соседям. Вот, из хороших новостей. А, на радугу у нас ушла сегодня ворониха, которая была с огнестрелом. Ну, свинцовое отравление никто не отменял. У нее же не только крыло было прорвано. Дробины были внутри. Вчера она себя чувствовала нормально, а сегодня мы уже нашли ее труп. Вот так у нас. Такие у нас дела. Как обычно, есть хорошее, есть плохое. Работаем.